Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Гадалка». Приятного просмотра. Жизнь Люси перевернулась после одной из ночей, когда ей приснился сон. В нем она увидела свою сестру Марию мертвой. Все чувства подсказывали девушке, что ее сновидение было вещим. Люси приходит к следователю Потапову, ведущему дело об исчезновении ее сестры, и описывает место преступления и преступника. Потапов, уверенный, что девушка в шоковом состоянии, мило выпроваживает ее за дверь, а через некоторое время обнаруживают труп молодой девушки, Марии Некрасовой, сестры Люси, и место преступления выглядит ровно так, как его описывала Люся. Начальник ОВД, вопреки всем протестам и негодованиям Потапова, приглашает Люсю на работу в органы, ее дар может быть очень полезен в оперативно-розыскной деятельности. 15 серия. После покушения на Потапова, Люся, опасаясь за жизнь Алексея, настаивает на том, чтобы Потапов привлек ее к расследованию гибели отца. Ее помощь оказывается неоценимой, и дает, наконец, Потапову ключ к разгадке, а также понимание того, что в его отношениях с Люсей не все так однозначно. В течение нескольких часов убивают трех замешанных в коррупции подельников. У следствия нет сомнений, что преступления связаны между собой, но Люся настаивает, что все они случайны. К ней можно было бы прислушаться и на этот раз, если бы не выяснилось, что к делу могут быть причастны ее лучшие друзья, среди которых Макс. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.